Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень вкусную, легкую, простую закуску, либо можно назвать ленивые пирожки. Эти пирожки без приготовления теста, поэтому очень быстрые. Понадобится лаваш, яйца, любая зелень, у меня укроп, сметана, соль, можно перец. Итак, первым делом нарезаю мелко укроп, очищаю вареные яйца и натираю их на крупной терке. Яйца можно нарезать и кубиком, но именно на терке начинка будет намного нежнее. Далее начинку солю, можно по желанию добавить перец, и добавляю сметану. Все хорошо перемешиваю. Вместо сметаны можно добавить майонез. Тоже получится очень вкусно. Начинка готова, теперь займусь лавашом. Листы лаваша у меня большие, прямоугольные. И по короткой стороне, шириной 10 см, нарезаю полоски. Вот такие полоски у меня получились. На каждую полоску выкладываю начинку, где-то столовую ложку с горкой. И сворачиваю треугольником. Таким образом подготавливаю все треугольники. Далее в миску вбиваю 2 яйца и обязательно добавляю соль. Яйца хорошо взбалтываю и окунаю каждый треугольник во взбитые яйца. Треугольнички обжариваю в небольшом количестве растительного масла на среднем огне с двух сторон. А также такие ленивые пирожки можно запечь в духовке. На вкус, конечно же, они будут разные, и в духовке лаваш будет более хрустящий. Вот такая лайт-версия пирожков, очень вкусные. Рекомендую обязательно попробовать. Они получаются мягкие, сочные, начинка воздушная, нежная. И, конечно же, самое главное – это простота в приготовлении. А я вам, как всегда, желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!